Здорово, бандиты! Сегодня я одна ем свинину. В каком соусе? Мексиканском. Мексиканский. Моя мама заболела. Кашель сильный и температура высокая. Поэтому сегодня я. Погромче только говори. Она это запекала, а я суп варила. Странно пахнет, между прочим. Тут это помидорки есть. Приятного всем аппетита. Начать. Какой он нежненький, капец. Себе большой кусочек не нужен. Мальчики. 2,5 часа запекалось. Угу. Как дела? Как настроение? Настя, погромче, у меня нет микрофона. Что за соус, расскажи, покажи. Майонез и острый соус. Перцовый, да, этот? Угу. Ой, божечки, как это вкусно. Вкусно? Угу. Просто прекрасно. Ребят, брали в магните, в пакете для запекания. Не надо было его отрезать, надрезать, короче. Но он у меня лопнул сам. С этим соусом вообще пушка. Она такая нежная получилась. Вообще нежнейшая просто. Это даже, я вам честно скажу, это даже вкуснее, чем просто стейк. Свинина – это моя слабость. Это вообще... Шашлык особенно, так это все. Если там еще нету этого жира... Очень вкусно. Как он там называется. У меня воруют еду. Прямо у меня просто даже нет сил сидеть. Я сижу, чтобы ей подсказывать, что-то говорить хотя бы. У меня такая слабость. Мне нужна солька для этого, для помидорок. Ребят, как у вас дела? Как настроение? Я спрашивала. Готовитесь ли вы к Новому году? Какие будете готовить блюда? Есть ли у вас вообще новогоднее настроение? У меня пока 30%. У меня даже этого нет. У меня ноль. Да, я знаю почему. Новый год, ребят, мы будем отмечать вдвоем. Ну, может, и моя подруга приедет. Да. Потому что непредвиденные обстоятельства сложились. Угу. Никто не сможет к нам приехать. Только в январе уже теперь надеемся на это. Там мы уже свой Новый год отметим. Так что вот как-то так. Обещать не буду, будет ли стрим. По состоянию буду, по самочувствию себя смотреть. Угу. Так что все молимся, чтобы мама выздоровела. Чтобы она сама вела свои мукбанги. Настя, у меня на запасе. Стратегический запас. В экстренных случаях. Да-да-да. Либо торт, либо вот... Кусок мяса. Ну это реально кусок мяса на 2,5 килограмма, ребят. Это для меня рай. Я ничего не ела, а время... 23. У нас это самая мясная неделя. Проснулась я в 9. Я разбудила, потому что я вчера нечаянно разбила градусник. Угу. Я его не почувствовала, что он у меня вообще был под мышкой, оказывается. Угу. И разбила его в коридоре. И Настю сегодня с утра отправила за градусником. Да. А я шла как зомби. Только что я ела, это молочный завтрак. Ну, сейчас лопай. Вдоволь ешь. Ага. Вкусненько? Обалденно. Соус вообще бомбей. Соус, да, остренький такой, майонезный. Угу. Такой перцовый, блин, огонь. Еще вот острый вот этот соус, он как будто еще с каким-то вкусом идет. Угу. Не просто, знаешь, острое что-то. Превью сделай. Кусок мяса возьми. Во, все. А еще напиши, Настя, что-нибудь там придумай, короче. Настя, подари нам счастье. Кушай, давай лопай. Время застряла. Идет. Застряла. Да пофигу. Потом выковыришь. Увидите такую свининку в этом, в магните, обязательно купите, запеките. Прям не разрезая, ничего не протыкая, мешок. Очень нежнейший. Она там в таком... прозрачном мешочке там сверху. Герметично упаковано. Да.
Прям герметично. Mm-hmm. Что-то по цене я уже не помню, если честно. Ну, вроде меньше косаря. Ой, как больно, не могу. Вот так вот. Да меньше косаря. 700, что ли, или ну, меньше. Ну, я говорю, где-то меньше так, косаря. Ну, короче. Я же сказала, меньше косаря. Так вот. Ну, она не фокусируется, наверное. А жалко, или фокусируется. Или не вижу. Не знаю. Следующий мукбанг пятница. Перед новогодний мукбанг. Будут стейки Black Angus. Правда, походу, я их приготовила неправильно. Мне надо было их довести в духовке. Они были да. жестковатые, ребят, если честно. Жестковатые потом... и сырые. Это так они готовятся, в принципе. Надо уметь готовить, я делаю их первый раз. Мне просто видимо, не нравится сырое мясо. Не зашло. На следующий день я, короче, все эти кусочки порезала на кусочки, обжарила с луком, и мы спороли. Ну, так вкуснее было. Да. На сковородке. Ну, что, разрезать не надо. Все прожарено. Угу. А так очень вкусно было. Просто надо было приготовить правильно. Я готовила первый раз. Она уже сама отвалилась. Прям как ножка. Так, это ням-ням. Шкурка, что ли? Мне шкурка не нужна. Иди отсюда. Соус мексиканский, кстати, ништяк. Это не шкурка. В свинине нет шкуры, Настя. Ну, я не знаю, ну это что просто это? Просто корочка запеклась, которая под газом ну, верхняя в духовке. Не нужно мне это. Господи, какая вредная ребенок, а. О, это бомбезно, боже, ну так вкусно. Да, короче, ровно два, ребят, два часа в духовке, 180 градусов. И еще 10 минут верхний газ у меня был небольшой, чтобы корочка была. Угу. Гуфа. Дуй. Сколько стрим говорю, блядь, уже по стримам. Видос сколько идет? 7 минут. А, это, короче, не мама, это закадровый голос просто. Угу. Тетя какая-то в гости пришла, да? Что-то похоже на Новый год говорит. Что-то вообще. Такая колоночка стоит. Так что так, стрим, возможно, будет новогоднюю ночь. Как у меня будет состояние? Короче, ничего не обещаешь, да? Нет. А то я на стриме там наобещала. Три горы. Не верьте пьяным. Я была не пьяная. Да пофигу. Ладно, это потом всем горячее. Боже, черри этого вообще. Черри не сравнится с помидорами, с обычными. Угу. Они сладенькие. Кисленькие такие какие-то. А соль какая-то вообще пушка. Это, мне кажется, даже повкуснее, чем шашлык. Видишь? Видно? Видно. Валяюсь как колода, пью лекарства. Короче, угораздило под Новый год заболеть. Слава богу, это простуда, а не свиной грипп. Еще неизвестно, что это такое вообще. Бацилла какая-то. У тебя по температурам она не падала бы. Если ее невозможно сбить, то она бы не падала. Так она сегодня первый ярус упала, 36,6, и все. Она держится. Ну и что? Она падает, мам. А у свиного вообще даже... До 37 невозможно сбить. Вообще полностью невозможно. Как поднялась, так и будет. Mm-hmm. С утра до ночи. Ням-ням. Так что, ребят, скажите, как у вас с новогодним настроением? Осталось-то 3 дня, по идее. Да. Так что вот как-то так. Не знаю, зачем она мне листья салата положила. Для красоты. Mm-hmm. Тем более это остатки листья, я их потом съем. Вот и что-то с солью переборщи. Наська, кусок соли съела.
нас, короче, на Новый год будет только два салата. И я еще подумаю, запекать ли утку. Это шуба. Это шуба и оливьешка. Пришли мои, мой реквизит. Стримы мукбанги, только мне не подходят. Я в них как страшная, не знаю, страшнее атомной войны, блядь. Выгляжу. Продолжаем. Крутыш. Ты поближе к глазам, что-то они у тебя висят на кончике носа. Не знаю, мам, да? Да? А что красный? Что не моргающий? Потому что я люблю красный. Что не моргающий, как новогоднее это? Ну, до всего докопается, а? Крутышка. Ну-ка. Ой. О, так оставь. Так не видно. Все видно, вот тут освещается. Это я сделаю все равно, но поменьше. Вот. Вот так, да? Угу. Чуть побольше вот так. Ну как вам мой реквизит? Только, конечно, я в нем не буду сидеть, только, наверное, может, Настя. Потому что они мне не подошли. Это темная штучка. Надо было изначально так сидеть. Надо фоточку так. Все, с обгрызанным куском мяса. Ну тебе пофигу. Ну что там, сколько по минутам уже? Почти давай 15? До 13 минут и все. И прощаемся. Да. А то я уже наедаюсь. Да? Ну, свинина, хорошо. Потому что она же плотная вообще, по сути. Трубочки пришли стеклянные. Блин, с ёршиком для чистки трубочек. Не для унитаза, вы не подумайте. Вот такая вот. Пришли, они прям приехали так. Ну, так классно упакованы. Да, тут специально прям, такие дырочки. Да, чтобы не разбились. Вот такие вот, типа с. Ну, вот так вот, типа, как обычно, гнутся, вот так вот, идет розовенькая такая. Еще ёршик, да? Вот такая желтая. Там по две таких и две вот тех прямых. Прямая сейчас мне купите. Ну ладно, давай еще пару кусочков, дочь. Это мукбанг, а не распаковка, чек. Да пофигу. Ну и вот ёршик. Я люблю распаковки. Вот заведи себе канал и снимай распаковку. Unpacking. А как вам? Unboxing, да, или как там? Unpacking. Соус, конечно, намутила ништяк. Мне вот нравится майонез, но вот такой острый это соус. Это я придумала. Угу. Это я придумала. Только у меня вы найдете крутые лайфхаки. А тут даже вроде еще будет. Настя. Последняя помидорка. Что у тебя вечно кусман соли прилипает? Ням-ням. Ням-ням. Не знаю. Ом-ном-ном-ном. Диско, диджей. Еще будешь кусочек? Все. Ну все, ребят, спасибо, что похавали сегодня с нами. Ставьте лайки, пишите комменты. И подписывайтесь на наш канал. Может быть, увидимся. Если она не выздоровеет, то я еще раз сниму что-нибудь. Не знаю. Короче, всем бодито, пока. Пока-пока.